Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры. Смотрим состав Манчестер Сити. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. На экране стартовый состав гостей. Команда сыграет в два форварда, один на острие атаки, второй в оттяжке. Ну и давайте, давайте уже скорее посмотрим на них в деле. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры. Смотрим состав Манчестер Сити. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. На экране стартовый состав гостей. Команда сыграет в два форварда, один на острие атаки, второй в оттяжке. Ну и давайте, давайте уже скорее посмотрим на них в деле. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры. Смотрим состав Манчестер Сити. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры. Смотрим состав Манчестер Сити. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Льюис Кук, Райан Фрейзер, Каллум Уилсон. Хороший по задумке пас. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Брайм Диас. Мяч ушел в аут. Адам Смит, Льюис Кук, Эндрю Сурман. Илкай Гюндоган. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Кайл Уокер. Фернандиньо. Хорошо увидел партнера впереди. Будет навес. Удар. Ну решай же!